Аллилуйя. Христос воскресе. Истинно воскресе. Ты вроде бы окно кнопку нажать не можешь. Устал, наверное. Не было никакого запроса, не мог его найти, увидеть. Пытался отправить, мне говорит, ваш запрос не отправляется. Слава Богу, все получилось, Божья помощь. Ну, да. Так, мне надо внизу, наверное, подписать, как наш эфир. Путь Богу, да, ты заявлял? Ну, мой путь ко Христу, можно так. Хорошо, ты пока расскажи в двух словах о себе моим подписчикам, потом я твоим расскажу, пока подпишу эфир. Хорошо. Меня зовут священник Михаил Макаров, я являюсь руководителем миссионерского отдела Урюпинской Новоаннинской епархии, это Волгоградская митрополия, с отцом Константином знакомы уже давно, можно сказать, да, пару лет, наверное, назад первое знакомство было, и плодотворное общение, слава Богу, с этого периода началось, да. Можно сказать, да, что был не очень долгое время участником проекта «Батюшка Лав, Батюшка Любовь», который отец Константин организовал, да, и, слава Богу, он процветает. Скоро, я надеюсь, ты покаешься и вернешься. Да, я тоже надеюсь, что вы меня примите обратно, как только я созрею к покаянию. Вы же понимаете, это путь такой тяжелый, осознание всех своих грехов, но и желание Богу исправиться. Это же путь, ну, Богу, да, поэтому все получится. Ну да. Вот. Есть одно маленькое чадо у меня, если говорить о многодетности. Что еще о себе надо сказать? Ну, я думаю, если что-то хочешь сказать, можешь сказать. Если нет, я немножко добавлю к твоим словам. Мы с батюшкой познакомились, когда был съезд представителей ЮФО по молодежной работе. Я поехал вместо нашего руководителя от епархии встретиться на тот момент с владыкой Серафимом. Был, возглавлял отдел молодежной работы под, скажем так, Московской патриархии Русской Православной Церкви. И сегодня он мой ректор Санкт-Петербургской Духовной Академии. Вот там мы с батюшкой познакомились. Честно говоря, не особо хотел ехать, как бы, ну, поскольку это и далеко, и затратно за свой счет. Ну, честно говоря, не пожалел, что поехал. Там и с ректором нынешним своим уже познакомился, с батюшкой познакомился. Так что вот иногда, чего мы особо не хотим, бывает гораздо нам, оказывается, больше надо. Может, не просто так и батюшка мой заболел, вместо кого я поехал. Поэтому пути Господни неисповедимы. А иногда надо не противиться некоторым вещам, которые нам Господь посылает. А мне очень на эту тему даже нравится, как Иоанн Златоуст говорит: подождите, не торопитесь, посмотрите, может быть, это Господь заботится о вас. А мы обычно: да нет, это не мое, и все. Вот так. Отче, есть что еще добавить? Есть подписчикам моим, а потом уже я о себе твоим скажу. И будем уже общаться по теме. У меня нет. Пока знаешь как, я могу так сказать, в оправдании себе, я чуть-чуть стесняюсь, что ли. А я-то думаю, что у тебя щечки покраснели? Это от природы мое обаяние. Я понял. Значит, для твоих подписчиков, значит, меня зовут священник Константин Мальцев, занимаюсь очень много деятельностью, как реальной в плане вне интернета, так и в интернет, много общаюсь, трансляции и тому подобное. 7 лет как молодежный центр организовал, и задевая сил, короткометражные фильмы снимаем на духовно-нравственную тему, уроки православные, скажем так, первые шаги в храм. Сам настоятель, 3 детей, у меня 2 кровных, 1 приемная девочка, и что... Ну, лучше нету, в общем. Очень скромный батюшка.
скромно, очень, знаешь, красота украшает человека, но зачем быть скромным, если ты и так красивый? Вот. Но если серьезно, вот еще есть одно из детищ, это проект «Бачка-ла, бачка-любовь», где священники проводят прямые трансляции, где на разных площадках Одноклассников, ВКонтакте, Фейсбуке, в Ютубе мы пытаемся насыщать наш проект полезной информацией, которая душеспасительна и полезна. Вот, поэтому, кто есть в других еще соцсетях, помимо, кстати, в Инстаграме, чуть-чуть упустив, тоже есть наш проект, где мы восстанавливаем тоже важный формат, который полезен для души. Ну вот, если в двух словах, вот так вот. Мне 35 лет, сам в расцвете сил. Ну, в принципе, все. Сейчас я вот на секунду отключу комментарии. Бачка, улыбнись. Все, сделал скриншот, теперь будем общаться. Это на память о нашей трансляции. А, ну, вот, конечно. Скриншот экрана сделал из текста. Значит, что, Оченька, давай мой путь к Богу. Ты, наверное, сначала хочешь поделиться своим путем, как ты шел к Богу. Ну, на самом деле не очень, я хочу делиться полноценно. Почему? Потому что это, наверное, сакральное все-таки, но могу сказать, конечно, хочется рассказать что-то. И почему возникла эта тема вообще, в принципе? Угу. Я думаю, что любой священник, он имеет опыт общения с людьми ежедневный, и, наверное, ты больше согласишься, что иногда люди, ну, очень интересные попадаются. Не то слово, не то слово. Да. И причем обычно знакомство с такими людьми начинается со слова «Здравствуйте, но я-то вообще верующий, православный человек. Да, давно хожу в церковь, ни разу не причался, не исповедовался, но очень давно хожу в храм, ежедневно захожу. В душе верую. Да. И вот здесь вот вопрос, вот как бы человек этот на самом деле еще не пришел или просто-напросто он даже не идет, а просто любуется издалека этой красотой, да, какой-то, которая его манит и, может быть, даже что-то обещает. Большинство людей используют церковь в своих личных целях, пытаясь от нее что-то получить. И вот здесь вот, к сожалению, вот, наверное, во время вот этой потребности что-то получить, человек, в принципе, не следит за своим собственным шествием. И я могу сказать, что, наверное, конечно, церковь – это не чудеса, прежде всего, но мой путь ко Христу, он был связан с большими чудесами. Я так не буду вдаваться в подробности, но могу сказать, что по молитвам там, своих близких, там я исцелился, так сказать, от болезни, которая, в принципе, ну, не должна была пройти, и никаких симптомов для того, чтобы она как-то закончилась, они не было. Но это не было таким путем воцерковления, на самом деле. И по-настоящему там я зашел в храм и в первый раз стоял на службе, просто потому что я захотел тоже помогать в алтаре. Меня один знакомый потом впоследствии стал моим другом. Человек говорит, да вот я там помогаю, не хочешь нам тоже помогать? Я подошел к батюшке и говорю, ну вот, хочется помочь. Он говорит, ну ходи, будем смотреть, думать. Я, по-моему, 3,5 года, что ли, ходил в храм просто так еще после этого. Mm-hmm. Но вот на первом всеночном дне, субботнем, у меня в памяти врезалось, когда читали Евангелие, я не знал, что там надо голову наклонять, как-то там стоять, там благоговейно слушать, внимать, да. Но в этот момент моему взору попались квадратики на линолеуме. И я пристально стал их считать. Ровно столько времени, сколько шло Евангелие. Ну, потому что мне там было лет, наверное, 12. И понятное дело, что стоять было немного скучновато-то. Что ж греха таить, да? Но вот после этого я, когда уже узнал какие-то подробности поведения своего в храме, то почему-то сразу вспомню этот момент. И таких вот маленьких
каких-то чудес, которые как бы мной руководствовались, так скажем. Их было много, но, к сожалению, было и много плохого. То есть, если когда люди говорят сейчас, что в церкви там батюшки плохие и много-много-много всего отрицательного о такой организации, как РПЦ, то я, конечно, смотря на них, в душе улыбаюсь и думаю, ребят, вы ничего не видели. Здесь, конечно, вопрос в том, что на нашем пути встречается множество людей. И вот как ты вначале сказал, что, приведя слова Иоанна Златоуста, что не надо противиться. Я тоже всегда, кстати, говорю о своих послушаниях. Иоанн Крестьянкин. А, прошу прощения, Иоанн Крестьянкина. Так вот, я как-то тоже пост один писал там о своем путешествии, когда я днем спал, мне звонят и говорят, ты что, говорит, делаешь? Сейчас в Иксу выезжаем, в Нижегородскую область. То есть 700 километров, я говорю, да я никуда не планировал, у меня там служба. Он говорит, ну все, говорит, собирайся, сейчас подъедем. Вот, и там благословение архиерея, конечно, было. И вот это вот исполнение, я там радовался потом этому. Сначала очень сильно негодовал, ехал в очень таком плохом настроении и думал, что жизнь несправедлива, меня никто не любит, я никому не нужен, и вот меня только лишь бы куда-нибудь отправить. А когда ехал обратно, то чувство было полностью противоположное. И в принципе, вот это шествие ко Христу, оно было полностью из таких вот ощущений, когда ты сначала думаешь, что все неправильно и все не так, как должно быть, и тебе на самом деле это не нужно. У меня есть опыт, когда я уходил из церкви, и где-то около полутора лет ни разу на службе не появлялся, хотя периодически и подьяконствовал у владыки митрополита тогда. И несмотря вот на это, как бы попав на службу, на хиротонию своего друга в вербное воскресенье, почему-то вот коснулась мысль меня, что пост прошел, а я как-то тоже мимо него прошел. И вот, наверное, вот тогда, 8 лет назад, я впервые более серьезно задумался. И несмотря на то, что я уже там имел несколько курсов духовного образования, я с отцом Павлом Островским как-то уже разговаривал на тему, но вот ты тоже, да, в академии учишься, и все-таки у меня нет опыта обучения в академии, но есть опыт обучения в православном университете, в семинарии, и у меня вопрос такой, это уже, так сказать, ну, можно не отвечать, но все же, вопрос он меня так и не нашел на него ответа еще пока. Угу. Почему духовная школа не дает духовного образования? То есть есть какие-то знания, есть какие-то вещи, но вот мне не повезло. Может быть, где-то это по-другому. Может быть, там в Питерской духовной академии и семинарии это по-другому. Но вот как-то я не увидел этого. Или я не смотрел, не знаю. И самое главное, наверное, вот в этом шествии это было пережить литургию по-настоящему. Когда ты не просто стоишь и думаешь, ну сколько там еще по времени, так, 10 минут прошло, около часа, еще чуть-чуть и все закончится, да, и ты пойдешь домой. Я вставал утром, помню, в школе, и все время задавался вопросом, почему все мои одноклассники сейчас спят, потому что у нас выходной, да, единственный в шестидневке, а я еще раньше встал, чем в школу, на целый час, чтобы пойти в какой-то храм и кому-то там что-то помогать или просто там молиться. Вот тогда родители не могли мои ответить на этот вопрос, но вот поиск не оставлял, и поэтому, наверное, мы сейчас с тобой здесь в прямом эфире и сидим на самом деле. И говоря вот о людях, кстати говоря, которые встречаются, к ним надо быть трепетными, потому что я вот в этом шествии, опять-таки, убедился, что ну, нету просто знакомых, нету просто случайных людей на улице, да, которые даже человек, стоящий с тобой рядом на остановке, это может быть что-то больше, чем просто человек, который стоит рядом. И вот, слава Богу, как бы нашлись в свое время люди, которые там
впервые мне сказали, что оказывается церковь это не батюшки, и там Мерседесы там или что-то еще там, или грех какой-то, в который батюшка упал. А это прежде всего Христос, и вот он неизменяем. Я помню эту вот, фразу от покойного иеромонаха, которая, как бы думаю, ну ладно, я не тогда. Тогда я останусь, я подумал. Можно тебе один случай рассказать, и кто нас сейчас смотрит, да, по поводу не просто человек, стоящий рядом. Это вот ты мне напомнил. Значит, у меня случай в Краснодаре был, когда я проходил практику в соборе, ну, 40-дневный, 40-уст, в общем, свой. И вот я вышел как-то, ну, просто что-то подустал уже, и почему, ну, вот на тот момент я не понял. Я вышел на одну остановку раньше, а у меня уже ноги стали отекать, и вены уже стали вылазить. Ну, пошел постоянно пешком, постоянно на ногах. Ну, кто не понимает, что такое 40-уст, я сразу скажу. 40-уст – это когда ты утром и вечером просто служишь, постоянно, ну, ладно, если бы ты служил. Ты ж ходишь в семинарию, допустим, из семинарии в храм, и это не машина, ты молодой семинарист, у тебя ничего нету, в лучшем случае на трамвае, на троллейбусе в городе. А в моем случае я очень много ходил, потому что у меня не было этих денег, скажем, даже на трамвае порой ездить. Вот, и я вышел на остановку раньше и думаю, ну, наверное, дальше пойду или подождать уже сейчас, там, проехаться еще чуть-чуть, потому что, ну, настолько уже ноги болели, что мне уже не было жалко этих 10 рублей, скажем так, чтобы поберечь ноги, чтобы на службе постоять, побольше помолиться, подольше вернее. И вот, к слову, немножко маленькая преамбула такая. Значит, я вышел на этой остановке, стою, жду следующего трамвая со мной, и тут вижу, что человек, скажем так, лежит рядом с, как объяснить, на остановке, рядом с вот сиденьем, где садятся обычно на остановке, вот он рядом. Я подошел, ну, думаю, пьяный, не пьяный, но в любом случае он лежит. А если не пьяный? Ну, вот я подошел, он говорит, да нет, что-то так приплохело, я хотел сесть, промазал, и вот сейчас теперь пытаюсь встать. Вот, но ни перегара, ни как-то опьянения не было, ну, просто, говорит, плохо, или, может, давление скакануло и тому подобное. Но я ему помог, посадил, я говорю, может, вам скорую вызвать? Да нет, у меня все таблетки, все с собой нормально. И вот я говорю, вот мы трамвай подходит, я поеду или как, с вами побыть? Нет, езжайте. Ну, в общем, проходит несколько дней, а усталость-то накапливается. Примерно в той же остановке, я уже прохожу мимо остановки, и что-то так не обратил внимания, что красный свет уже зажегся, и машины как-то быстро проехали. И я хотел на красный свет идти, но реально, было бы, меня машина сбила, пошел уже, полетели они. А я как-то вот просто, ну уже усталость. И чувствую, меня за руку хватает и останавливает. Я поворачиваюсь, и это тот человек, которого я поднял. То есть, может быть, если бы я случайно не вышел на той остановке, может быть, потом бы этот человек меня за руку не остановил бы, когда я на красный свет просто по усталости хотел перейти. То есть, вот я 100% с тобой согласен, что случайных людей не бывает. Вот так вот Господь мою добродетель вернул ко мне вот в плане такой вот безопасности, вот, чтобы мы с тобой сегодня в эфире пообщались. Это все ради... Мы вообще ради этого-то с тобой, в принципе, и жили до этого. Да. Поэтому вот к слову тому, что вот ты спрашивал, я себе правильно понял вопрос, почему в семинаре учат буквы, но не духу, так я понял? Да. Ты знаешь, это очень важный вопрос ты задаешь, и я ведь семинарии тоже хотел несколько раз уйти, но у меня отец священник, и вот благодаря ему он меня тормозил, потому что есть две стороны медали, одни люди это понимают, другие нет. У одних розовые очки, они все, вот церковь, все, вот это все, эйфория какая-то. Но есть две стороны медали.
Одна Божия, другая человеческая. И вот, наверное, сталкивалась с человеческой стороной, я и порой хотел уйти из семинарии. Но всегда мне отец чего говорил? Сынок, ты идешь не священноначалью служить, не столько лишь людям, а в первую очередь Богу. И если ты хочешь быть лучше их, ты должен ближе к Богу приблизиться. Много есть законов и догматов, но все это ради спасения души. Если ты сам не научишься личному общению с Богом, то никто тебе особо этому не научит. Проще уйти. Проще сказать, вот это по церковному уставу так не делается. Но Господь пока... Ну, вот это важный момент, я на всю жизнь запомню. Когда-то, говорит, написано было в Священном Писании, что блудники, хулики не наследуют Царство Небесное. Было, я говорю, было. Говорит, хорошо. А Мария Египетская кто? Блудница? Блудница. А ведь Господь сказал, что блудники не наследуют. То есть исключительный момент личного покаяния, изменения своей жизни, когда буква превращается в дух ради Бога. Но это личное общение с Богом. Бог может простить любой грех, если ты приносишь достойные плоды покаяния и добродетель. Поэтому, если ты хочешь духа, с себя и духом начни. И равняться на кого? На святых, все. Святые, они более близки, а Господь для нас идеал. Поэтому тут в семинаре, почему говорят, что семинар закончишь, можно с тебя считать святым? Потому что ты начинаешь видеть другую сторону медали. Если ты не сломался, то можно считать тебя святым. Вот. Потому что ну, мы с тобой понимаем худшие моменты нашего братолюбия и тому подобное, но самое важное, какие мы после этого остаемся. Вот если мы остаемся людьми, а еще, дай Бог, хорошими священниками, значит, мы в духе, а не в букве. На фоне батюшка, всего. Батюшка, скажи, ну вот, а как ты думаешь, человек ну, не хочет в данный момент идти в церковь? Я говорю в общем о человеке как таковом, да, в современном обществе. И каковы причины? Несколько. Во-первых, с чем я часто сталкиваюсь, это злоба. Злоба на человека или да, на Бога? В первую очередь на человека. Объясню почему. Бога он еще не знает Бога. Если бы он знал Бога, он бы бежал к нему. Однозначно. Вот как ребенок знает свою мать, любит свою мать, он бежит к ней. Кто самая близкая? Мама. Вот для человека уже верующего, церковленного, который знает худшую сторону медали, и при этом он знает Бога, он не видит жизни без себя, он просто не представляет. А вот для человека, который не идет в храм, ну, слышит, да, Бог есть, вот у меня Бог в душе. Почему он не идет? По нескольким причинам. Во-первых, он не знает Бога. Он видит где-то часто не всегда лучшую сторону православия. И он говорит, ну, если вы такие, то я что тогда? Чего мне идти? То есть зачем мне себя менять, если вы не такие? Ну, ты ж себя менять не для меня собираешься. Для меня менять не надо, себя вернее. Ты меняешь себя для Бога. Ведь ты от Бога хочешь получить добрый ответ? Ты же от Бога хочешь получить Царство Небесное? Да. Если я соответствую твоим критериям, как хорошего священника, замечательно. Если нет, есть еще миллион священников, которых ты можешь, допустим, найти тот, ну не идеал, идеал твой Господь, но хотя бы добрый пример, на который бы ты равнялся. Есть, есть. А почему ты не ищешь так? Потому что не хочешь напрягаться. Потому что себя не хочешь менять. А проще, как мы с тобой понимаем, сделать грех, чем добродетель. Проще. Это даже, прости за прямое слово, кайфовее. Расслабиться, погудить, потанцевать там, и все к этому связано.
А вот попоститься нужно, усмирить свою плоть, помолиться нужно, найти время для этого, чтобы, скажем, сконцентрироваться на молитве. Вот здесь надо потрудиться, надо себя изменить для Бога. А кому хочется себя менять? Не хочется. А в сегодняшний век все вокруг меня, в кавычках, эгоизма, тем паче, я Бог, а вы-то кто? Вы ради меня и все вокруг меня, понимаешь? Вот и все. Поэтому человек хочет, чтобы вокруг него все не было. Это вот не все, как в рекламе, да? Можно, в принципе, в эту же тему разговора. Как это для меня, как это для меня, как всем, Бузова? Да-да-да-да. Нет, это для вас. А тогда другой вопрос. Вот и весь ответ. Реклама в тему. Ну да. Ну вот, а ты говоришь, человек не знает Бога. В чем заключается знание Бога? Хотя бы понять, что ты не просто... Вот осознание. Как святые отцы, и ты наверняка читал это, осознание своих грехов – это первая ступень к исцелению души. Вот осознать, что ты не вечен – это первая ступень. Второй момент – если ты не вечен, что дальше? Ты же не растворяйся просто в небытие. Это же у тебя же не душа, а животное, которое не будет отвечать перед Богом за грехи и, скажем так, оправдываться добродетель. Если ты не животное, если ты создан иным образом, как ты можешь в Священном Писании прочитать, значит, ты предстанешь перед Богом. А с чем ты предстанешь? Тут сразу возникает вопрос. Если я предстану пред Богом, значит, надо узнавать, познавать Бога. Зачем я вообще тогда на этой земле? Если я живу как животное, тогда все, вопрос отпадает, мне не нужен Бог. А если я живу как творение Божие, то я должен наладить свои отношения с Богом. То есть каковы мои личные, мое отношение с Богом, вернее, взаимоотношения с Богом. Личное мое отношение, а взаимоотношение, как Бог со мной и я с ним. Пока нету диалога между мною и Богом, я просто, знаешь, как вот есть пастырь добрый, а есть трибоисполнитель. Пришел, там помолился и ушел, там кадилом помахал и ушел. А когда это пастырь, то он приходит и молится, и требы совершает, и тем, кто рядом, уделяет внимание. То есть он всецело посвящает себя служению. Так и здесь. Если это мое отношение, это требоисполнитель. Если это диалог, то я обращаюсь к Господу, и я чувствую его ответ. В делах, в событиях, в душевном своем состоянии. Вот тогда мой путь к Богу в тему нашей сегодняшней трансляции, он правильный. Даже если это через какие-то испытания и искушения. А почему эти испытания и искушения должны? Мы с тобой прекрасно понимаем, что если не будет таковых, ты не будешь больше это ценить. Ты просто, ну да, вот все на блюдечке, а ну что, я не напускал. А когда это выстрадано, когда это вымолено, когда это сердцем сопереживающе, тогда ты это ценишь, тогда это бережешь. И все. Но вот говоря о страданиях, мне что-то мысль такая пришла. Мы часто произносим в церкви слова «раб Божий». Да. Рабство – это тоже некое страдание, правда, если говорить с человеческой точки зрения. Сейчас не с православной, там, не с религиозной, да, именно вот с человеческой точки зрения человек, находящийся в рабстве, это человек, который страдает, так как не имеет там какой-то своей собственной воли, не может ничего сделать, да, находится в неком таком, ну, в некой такой тюрьме. Он принадлежит кому-то, но не себе. И вот эта вот игра слов в голове человека, не понимающего полноценно, как ты говоришь, да, не стремящегося к познанию Бога, оно, конечно, является тоже, наверное, отталкивающим фактором, потому что и так все плохо в этой жизни, на самом деле. Да, радости мало, как известный батюшка отец Дмитрий Смирнов-то. Наверное, ты видел его проповедь, где он говорит,
Говорит, тебе, говорит, не нравится, как птички поют, да, колокола не вовремя звонят. Говорит, да ты уже, говорит, в аду. Тебе, говорит, все здесь не нравится. Ты находишься вот в этом состоянии отчаяния в таком. То есть и уже здесь, несмотря на то, что ты живой, ты можешь находиться как бы в аду. Вот. И, конечно, я думаю, что и наши сейчас зрители, и мы с тобой понимаем, что этих факторов на пути к Богу очень много, не только те, которые ты назвал, но и вопрос в том, что легко в жизни не дается ничего, а еще очень важно, наверное, понять, что во время пути обязательно должны быть страдания, потому что Христос страдал. Один батюшка московский об этом очень хорошо сказал. Он говорит, что сейчас христианин не готов страдать, хотя само по себе христианство без этих крестных страданий, оно просто невозможно. Если я со Христом, значит, я с ним весь день. И в радости, и на кресте, и там, не знаю, там, и на отдыхе, и дома, и в семейных делах, и в работе, и везде. И вот это вот пускание Христа в свою жизнь, как апостол Павел говорит, Христос мой художник. То есть вот этого художественной обработки Христом моей жизни боятся люди, потому что это все пойдет не так, как они хотят. То есть вот как мы опять возвращаемся к рекламе, да, Ольги Бузовой, это вот я это прежде всего. Что это значит? Я особенный. Мы-то понятно, мы-то с тобой вообще особенные, потому что мы, во-первых, батюшки таких мало, во-вторых, просто святые, как мы с тобой выяснили. Оба закончили семинарию, значит, святые. Да, но вот при всем при этом очень тяжело, наверное, современному человеку попробовать жить со Христом. И я тебя слушаю. Тебя слушаю, ловлю себя на мысли, что вот мы с тобой вот в одном образе мышления, когда хочется быть священником, а тебе не дают. Совокупь. Когда ты хочешь быть пастором Домбра, тебя, прости за прямое слово, гасят, чтобы ты сильно не выделялся. Говорит, батюшка, вы, говорит, там сильно не исповедуете, говорит, побыстрее. Да. Слышал такое, да? Не, не слышал, потом расскажешь. Тут люди просят отвечать на вопросы, пока есть время. У нас до конца эфира 15-17 минут, я тут засек. Вот. Тут часовые, да, эфиры в Инстаграме, да? Час, потом просто вырубается. Угу. Так, смотрим по наклейкам. Тут два вопроса предварительно у нас было. Угу. Так, прощается женщине, делает аборт, при этом ей говорят, что ты не выдержишь беременность. Прощается женщина. Ну, в общем, отвечай на этот вопрос, а я на следующий отвечу. Я просто, если я правильно понял, прощается ли женщине, что она сделает аборт, если она делает аборт в условиях якобы невозможной, ну, выносить ребенка не сможет, поэтому нужно все равно делать аборт, ребенок якобы все равно умрет. Я думаю, так, да, вопрос? Если я правильно понял. Чай я другой пока открою. Ага. Ну, я думаю, что грех, он и в Африке грех, во-первых. Да, и аборт, он остается абортом. Конечно, мы говорим о том, что есть медицинские некоторые причины, по которым аборт может быть совершен, но все равно этот грех остается. То есть, конечно, да, Господь смотрит на сердце и на причины обязательно. И здесь, наверное, можно сказать так тонко понять только надо, что какая-то часть греха снимается, но грех остается. И все равно это не должно, вот эти причины не должны стать тем, что поможет забыть сделанное. Это первое. А второе, практика показывает, что иногда врачи ошибаются, к сожалению, а иногда к счастью. И поэтому для православного христианина в данной ситуации, конечно, может быть, можно и положиться на волю Божию. Но это очень тонкая ситуация на самом деле. И поэтому, конечно,
У нас есть святая на Волгоградской земле, игуменья Арсения Сибрякова. Большинство чудес, которые были совершены по молитвам к ней, это как раз-таки рождение детей. И зафиксировано несколько случаев, когда женщины рожали даже без маток. То есть это чудо-чудо. Чудное, да. И вот, то есть я она вот так. То есть как бы это факт. И поэтому я думаю, что здесь, конечно, надо молиться, чтобы Господь укрепил. И мы знаем, что множество чудес происходит, поэтому по вере вашей да будет вам. Давай мы очень-ка с тобой немножко договоримся, чуть-чуть будем более кратко отвечать, потому что вопросов много. Мы просто физически не успеем ответить. Давай стараться. Так, вот последний из заранее приготовленных вопросов, которые в сторис присылали. Почему мы молимся и обращаемся к святым, а апостолам нет? Давайте сразу скажем, что апостолы – это тоже святые. А если вы разделяете, к примеру, Николай Чудотворец и апостол Павел, к примеру, тут разные ситуации, мы тем и тем молимся. Если не молитесь вы, это еще не означает, что не молится никто. Если вы реже слышите, что, допустим, апостолу Павлу тому же молитву читают, чем, допустим, Ксении Петербургской или Матроне Московской, это только лишь означает, что они как минимум чуть-чуть исторически ближе. Вы хорошо относитесь к дедушке, но уже не знаете про дедушку. Поэтому вы лучше относитесь к дедушке. То есть, ну, и какие-то личные моменты. Допустим, вот моя мама любит, скажем так, молитвенно обращаться к Ксении Петербургской. Вот ее душа так поговорит. Но это не означает, что все святые остальные плохи или нет. Нет, ни в коем случае. Есть какие-то личные моменты сопереживания и ощущения. Вот. Ну, давайте теперь очень-ка я прокручу вниз вопросы. И оперативно, я даже, наверное, ближе чуть-чуть подсяду, камеру настрою, чтобы оперативно отвечать. А то я очки опять... Тут пока ты ищешь, тут вот есть просьба помолиться о Наталье. Забрали на скорой. С высочайшим давлением и пульсом. Ну, врачи, Господи. Господи, раби Божий. Наталья. Так, я кручу. Ну, запутать не хочу. Сейчас. Так. Почти дошел до самого верха. Сейчас чуть-чуть осталось. Что-то тут много так понаписали, что я не могу никак дойти до самого начала. О, дошел. Здравствуйте, здравствуйте, все так есть, ложка вина, все так, быстренько ищем. Так, хочу пожаловаться, была в храме Христа Спасителя, много было батюшек, только один сказал, Христос воскрес. Но остальные трудные, поэтому они не сказали Христос воскрес. Они так. Людей боятся. Пожалуй, не стоит жаловаться. Надо порадоваться, что много званых, мало избранных. Один все-таки типа приветствовал. Значит, не все так потеряно. Так, дальше. Так, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если уставшему год его душа может в этот день прийти на свою могилу? Отче, отвечай, а я пока следующий ищу. Конфет поесть. Обязательно придет. Слушай, ну человек серьезно переживает за это. Ответь, пожалуйста, серьезно. Не, ну конечно, нет, я так в шутку ситуации, которые встречаются на кладбище. Но, конечно, с точки зрения православного вероучения нету таких правил, когда душа приходит на могилу. Если мы будем говорить о православном вероучении, то на 40-й день душа останавливается в своем странствовании, и ей определяется место. Поэтому она находится там, да, и, скорее всего, наверное, на могилочку она прийти не сможет, но, несмотря на время после смерти, вы можете молиться за нее и через молитву как раз-таки иметь общение с человеком, самое прямое воздействие на его участь, на его состояние. Этому есть большое свидетельствование в житиях святых. Я кратко пытаюсь. Да, все, кратенько.
А там младенец еще не... А, младенец, помолимся, Николай тоже там просит помолиться. Так, вот тут вопрос, что не преподают в семинарии аскетика. Ну, по-моему, в семинарии, я не помню, преподавали аскетику, нет? У нас, ну, да. Ну, вот в академии я 100% помню, я ее на 5 сдал. Все на 3, а я на 5. Я открыл книжку, посмотрел, а там моя жизнь закрыла, и все, даже толком ничего не читал. Ой, батюшка, вы как белая ворона прям. Ага, так, хорошая история. Да вот реальная история. Это в тему, что когда меня остановил человек. Как вас интересно слушать? Это за тебя, батюшка. Ага. Так, отец Константин, пригласите, пожалуйста, как-нибудь дальше, наверное, допишут. Так, батюшка, давить на понятия различные, менезические и прочие с ними. Очень любят давить на эти понятия. Не совсем понял. Сметанивита ли? Виталий Игоревич, да, я знаю. Я, честно говоря, не совсем понял вопрос. Если ты здесь можешь ответить на него? Да, я думаю, батюшка, это был комментарий такой некий Виталия на то, о чем мы в данный момент разговаривали. Так, ну давай дальше. Кому молиться при беременности? Ну, я думаю, помощница в родах однозначно. Своему небесному покровителю, в частности, не покровительнице. Ну, а в первую очередь, конечно, Господу, чтобы Господь все управил, подкрепил. Вот. А вообще, в таких вот конкретно индивидуальных ситуациях старайтесь индивидуально общаться со священником, а лучше своим духовником, потому что он лучше знает ваши немощи, духовные и телесные. Пачка, правильно, не? Ну, конечно, но надо, может быть, сказать, что вот у нас в народе очень часто разделяют святых по неким категориям, и надо понять, что они делятся на категории по причине того, что в их житиях есть какие-то моменты, связанные с той или иной потребностью, которая есть сейчас у вас. Поэтому, конечно, Богородица как Матерь Света, как Матерь ко всем нам, она услышит, и вот, как батюшка сказал, икона Божией Матери, помощница в родах, перед ней можно читать акафист ежедневно, готовясь к роду, стараться как можно чаще причащаться для того, чтобы соединяться со Христом не только в своих просьбах, но и через церковное таинство. В общем, дописали тут. Можно пригласить на эфир священника Антония Русакевича из группы «Позитивный батюшка». Мы этого батюшку знаем. Он также в проекте «Батюшка Лав». Батюшка хороший тоже, благодаря интернет своей деятельности, его так вот немножко даже повысили, если можно сказать. У нас обычно понижают за сильную активность зачастую. Если ты чуть-чуть известнее становишься своего архиерея, то тебя надо немножко посмирять. Вот. Ну, вот у батюшки, слава Богу, получилось. Так, батюшка, давай тебе вопрос, потом себе ищу. Батюшка, почему при прослушивании молитвы сильно в сон клонит? Давай, отвечай. Потому что ум находится в странствовании. И физическая усталость помогает не слушать молитвы, а как раз-таки спать. Может быть, это сон еще может быть показателем уныния. Соответственно, пишут о том, что сон клонит, когда человек в унынии находится. Уныние бывает скрытное, поэтому тут надо разбираться в ситуации. Я думаю, что вообще надо стараться читать молитвы и читать их вслух для того, чтобы ухо слышало, сердце принимало, а ум осознавал то, что произносится, да, и, конечно, если вы в момент даже прослушивания молитвы будете помнить о том, что вы стоите сейчас перед Богом, как Иоанн Златоуст говорит, встал с кровати и помни, что Христос с тобой рядом, пошел вместе зубы чистить, пошел вместе с тобой собираться, готовиться, он всегда идет с тобой рядом, вот, рука об руку, тогда, может быть, есть вероятность, что... Да, Бога свойство вездесущее есть. Да. Ну, это, наверное, как такой позитивный комментарий. Меня врачи пугали, что я умру на 16-й неделе, предлагали дерево работы, оказалось, сейчас 33 недели,
Молимся с Божьей помощью, все возможно. Мы за вас рады, и что вы надеемся с помощью Божьей вынести до конца, и потом нас порадуете своим комментарием, что батюшки, я родила, слава Богу. Просто поделитесь радостью. Так, давайте, можно в воскресенье ходить в парикмахерскую? Давайте, я отвечаю, потом я ищу себе. В воскресенье ходить в парикмахерскую? В православную только. Ну, конечно, можно, что же нельзя. Все можно делать в воскресенье после службы. Как бы надо просто понимать, что есть заповедь четвертая, которая гласит, что семь дней делал дела твои, шесть дней делал дела твои, день же седьмой Господу Богу твоему. Поэтому православный христианин старается прежде всего в седьмой день уделить максимально времени Богу. Может быть, там воскресную школу посетить, воскресное богослужение, исповедоваться, причаститься. Ну а потом, конечно, жизнь-то продолжается, и впереди рабочая неделя, это выходной день чаще всего людей, поэтому сходить в парикмахерскую не возбраняется. Тут двоякий такой вопрос, честно говоря, даже не знаю, как однозначно. Вот, ну, стоит ли приглашать в гости неверующих подруг при муже? Ну, двоякая ситуация. Неверующие подруги – это тоже люди, и мы их не отвергаем только из-за того, что они неверующие. Все-таки они Батюшка, люди. Батюшка, а муж тут при чем? Вот тут как, ну, муж очень ортодоксальный верующий, и он против неверующих, скажем так. Ну, то есть, ну, такой пограничный фанатизм, может быть. То есть, тут, я же говорю, неоднозначный вопрос такой. А я думаю, что нужно приглашать для того, чтобы неверующие подруги увидели вашу любовь между верующими супругами и захотели по белой зависти, так это назовем, построить точно такие же отношения, в которых главенствовал бы Христос, Евангелие. Поэтому я думаю, что православный христианин должен впускать в свою жизнь всех, для того, чтобы, не стесняясь, показывать, как это жить со Христом, а не просто там встречаться там по дороге в храм или в храме. Да, зачастую вот из храма вышли, и все. Иногда встречаешь, она раз смотрит тебя. Ну, ты же в храме берешь благословение. Ты же в храме тебя приобнимают. Чего здесь ты боишься? Я другой в храме, или здесь другая ты. То есть вот удивительный такой момент. Ну, в общем, я думаю, что не зря Серафим Саровский сказал, в тиши дух мире вокруг тебя спасутся тысячи. А спасение, да, конечно, что они уверуют в ваши подруги. Если вы не хотите, они не хотят на религиозные вопросы какие-то общаться, темы вернее, то не общайтесь. Не будет у вас каких-то камней преткновения к общению. Общайтесь чисто по профессиональным каким-то моментам. Ну, будьте аккуратны, потому что если они неверующие, допустим, а есть такой момент, что на какие-то грехи они будут смотреть как на норму. А вы можете соблазниться на это. То есть просто аккуратно, духовно на это смотрите. Можно ли без исповеди причаститься? Давай однозначно скажем, что нет, нельзя. Без исповеди причаститься нельзя. Поисповедаться можно без причастия, а причаститься без исповеди нельзя. Нельзя впускать в сосуд в нечистое чистое. Вот и все. Давай кратенько на этот вопрос ответим дальше. Батюшки, посоветуйте, что делать, если реально слышишь, что в квартире ходит. Это начально после смерти, началось после смерти матери. Потом, ну давай, отвечай, я тогда следующий. Я думаю, надо осветить квартиру. Иоанн Кронштадтский пишет, что можно освещать квартиру раз в год и нужно вообще. Говорит, потому что мы, к сожалению, там не всегда живем подобающим образом и пускаем себе в жизнь и в квартиру в том числе иногда не совсем хорошие вещи, так скажем. Поэтому я думаю, что можно осветить квартиру и молиться за усопшего. Кто там был после смерти матери? За мамочку надо молиться, конечно. Я все. Да, кратко, да, вот пишет комментарий девушка Юлия, наверное. Одной матушке запретили рожать вообще, а она уже десятерых родила. Так что, ну, я вот в прошлый эфир говорил, у меня соседка в 63 родила, поэтому все возможно. Так, дальше. 63. Ну, да реально.
назвали Жорой. Ну, я Жора не назвал, Георгий. Так. Я про блудную страсть. Муж сам говорит, что это нехорошо. Ну, замечательно, что он это понимает. Отцы, как вы преодолеваете грусть, печаль и ныне, кроме молитв? Слава Богу за все. Не, понимаете, вот, пожалуйста, мои дорогие братья и сестры, вы не идеализируйте, мы тоже люди. У нас бывает и гневаемся, и печалимся. И грустим, и унываем. Мы вот даже, вот видите, плоть, кровь у нас есть. Тут вопрос в чем? Как это преодолеть без молитвы? Я не знаю, без молитвы как. Потому что что такое молитва? Это не, успоко... не, это... Батюшка, он пишет кроме молитвы. Кроме молитвы. Я понял. Я, допустим, без молитвы вообще не знаю, как что преодолеть. Потому что в молитве душа успокаивается. Ведь уныние, печаль и грусть – это, по сути, грех. Если ты не можешь сейчас покаяться в этом, то только молиться. Грех невозможно иначе победить, если нет возможности покаяться. Но тут есть еще один момент, позволь, батюшка, скажу. Угу. Кое-какие вещи чисто биологически могут. Если ты, допустим, у тебя уже голод систематический, то у тебя может быть какая-то апатия, уныние. Просто у тебя авитаминоз элементарный. Пропи витамины, то есть у тебя взбодрись, а ты, как вариант. Ну, если угу. совсем вот, ну, я без молитвы не думаю, что сильно витаминозу поможешь. Ну, как вариант, да, потому что человек состоит не только из души, но и из тела. Здесь, может быть, еще надо сказать, что грусть, печаль и уныние – это результат гордыни иногда, может быть, иногда тщеславия, когда человек в основном не полагается на волю Божию, то он чаще всего начинает унывать, печалится, что там что-то не так ему кажется. Да? То есть, может быть, просто стоит вот искренне всем сердцем положиться на волю Божию и отпустить ситуацию, так скажем, по-мирски. Ну, да, да. И тогда... И еще вот как раз-таки, как батюшка сказал, молиться еще в этот момент, тогда я думаю, что чудеса Господни, они будут настолько яркими, что радости будет. Значит, у нас много. Минуты три, наверное, примерно, вот смотрю на часы осталось. Значит, периодически неплохо, если человек сам окропляет квартиру святой водой. Да, нет? Конечно, нет. Ну, неплохо, в смысле, хорошо. Батюшка, чуть я нафиг тебе не предал. Так, помолитесь, пожалуйста, Наталье в реанимации гепатит. Подкрепи, Господи. Дальше. Ну, батюшка, расскажи о венчании в двух словах прям. Да я что-то хотят пропустил этот вопрос, честно говоря, за венчание. А, если ну, меня а вот самый последний, вот увидел. Да. Вот, ну давай, я венчание, а ты следующий там уже выскочил. Ага. Хотим с мужем повенчаться, сейчас, секунду, расскажите венчание, спасибо. Увенчание – это одно из таинств православной церкви, в которой Господь сочетывает мужа жену мужу в помощницу приятия рода. То есть сам Господь венчает. И мы читаем такие слова, что Господь свяжет, человек да не разлучает. Также мы во время венчания просим чадородия, чтобы Господь благословил дар чадородия, сподобил. То есть раньше ЗАГСов не было, и только было венчание, как благословленный Богом брак. Венчание – это не могил, что ты повенчался, и он никуда не денется, или она не денется. Венчание – это Божие благословение на ваш брак, а вы уже дальше его созидаете и умножаете. Это одно из важных таинств Русской Православной Церкви, вообще Православной Церкви. Батюшка, отвечай. Но бабушка в жизни не каялась, не причащалась, предложила ей, и она по незнанию отказалась. Как быть? Но если есть возможность, предложить и, наверное, рассказать о важности этих церковных таинств. Да. Не удается попасть на причастие, начинаются проблемы, откладывать, что делать? Не искать причины, искать возможности. Понимать, что если вы не найдете возможности, может быть, вы никогда не причаститесь, не исповедуетесь, не причаститесь. Почему? Потому что мы не знаем последнего часа нашего.
можно просто не успеть. Поэтому просто не откладывайте, а ищите возможности. Как последнюю тростинку, ищите возможности соединиться со Господом. У меня был случай, одна женщина, я пришел к женщине, к одной, пособоровать ее сестру, она уже была лежащая, Царство Небесное. И вот, значит, мы с сестрой договорились, что она впервые исповедуется, причаститься тоже. И за 10 минут до встречи не прорвало трубу на кухне, там, и, ну, короче, потоп, а мы так и не встретились. Вот. Угу. Поэтому, конечно, есть тот, надо не забывать, что в таинстве крещения вы поссорились с дьяволом, плюнув ему в лицо. Поэтому, конечно, он будет против того, чтобы вы причастились, но несмотря ни на что, стремитесь. Да. Возникло бы ли христианство, если бы не было... если бы Христа не распяли. Но, по сути, христианство от Христа. Если бы не было распятия Христа, то у нас сегодня также было монотеизм, наверное, то есть единый Бог, как до Рождества Христова веровали Израиль, евреи, ну, совокупь евреи. Хотя... Апостол Павел говорит, если бы Христос не воскрес, вера была бы мельчатна. А если бы он не распялся, он бы не воскрес. Поэтому, конечно, не было бы. А ну-ка еще раз. Мне надо тебя записывать. Такие умные вещи говоришь. Если апостол... Христос... Первое, да. Если бы... Апостол Павел пишет, да. Говорит, если бы Христос не воскрес, ага. Вера была бы мельчатна. Ну, вера мельчатна. Вот это я не расслышал, да. Да. То, а если бы он не умер, он бы не воскрес. Поэтому, угу. Конечно, если бы Христа... Если бы Христа не было, то бы ничего бы не было. Умный ты какой? Тебе в академию надо. Нет времени. Ну да. Ну давай, батюшка, прощаться, наверное, уже время. Я прям боюсь уйти, не попрощавшись. Да, у нас 30 секунд выскакивает, когда заканчивается эфир, поэтому за 30 секунд можем попрощаться. Да. Можно ли крестить ребенка, если крестный 17 лет? Ну, я бы не стал. Почему? Крестить-то можно, просто крестная, какое она даст пользу этому ребенку, когда она сама еще ничего не знает толком. То есть тут надо смотреть, насколько грамотная крестная, чтобы могла что-то дать полезного. Подписывайтесь на отца Михаила. Все правильно, Дима подсказывает. Дмитрий. Ну, молодец. Вот тебе 30 секунд и выскочило. Прощайся. Спасибо, Господи, батюшка, за добрый эфир. Рад был пообщаться.